Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами на постоянной базе возле нашего бетонного дома. И у нас сегодня будет интересная задача разобраться с тем, что у нас выпало на 30 уровне, 31 в 4 ранге. Тут много всего интересного. Попробуем что-нибудь скрафтить, что-нибудь сделать. И что-нибудь из этого да получится. Ну что ж, погнали. Эта серия у нас будет записываться после того, как я чуть не сгорел в миссии, ну, при прохождении в квестовых заданиях, когда меня дважды выкинуло, и в итоге получилось так, что при вылете игры, то есть игра два раза вылетела, и меня выбрасывало на начало задания. То есть без построек, без ничего, то есть иди и делай все заново. Ну, мягко говоря, выбесило. Вот, поэтому я решил зайти на постоянную базу и разобраться с тем, что у нас имеется. Для начала, я думаю, давайте что, распределим талант. Ну, тут как бы у нас особых вариантов нет. Мы будем продвигаться по данной цепочке, чтобы углубиться и выбрать здесь вот самонаведение. Не знаю, насколько это будет классная тема, то есть как она вообще будет наводиться. Будет ли она наводиться в туловище, или она будет наводиться в голову. Будет ли она также, к примеру, убивать цель с первого выстрела, или это будет провал. Ну, попробуем, поэтому как бы, почему бы не попробовать, да? Так, сюда штучку закачали и ждем. А интересно, нужно ли будет вот так две ветки закачивать, или достаточно будет одной? Вопрос, блин, открытый. Ладно. Как говорится, это все очень интересно, но интереснее... Так, а где ты производишься? В технологичном верстаке. Давайте попробуем собрать какой-нибудь интересный DIY. Кстати, ну это там, наверное, все производится в новом верстаке, в этом. Для начала его нужно собрать. Так... Электроника. Ах ты ж. Можно как-нибудь добавить в дела, да? То есть, чтобы видеть. Так, углеволокно нужно. Слиток алюминия 40. Слиток стали 8. Так, это у нас 40 есть, как будто бы знал, да? Если бы я только это знал, наверняка. Так, что, платина плавится? Ладно, сталь у нас тут кое-что имеется. Давайте загребем в свои лапы загребущие. Пускай дальше плавится. Это я тут между серией, скажем так, немножечко всего этого нафармил. Так, сюда сложим, сюда сложим. Дальше. Нужно углеволокно и электроника 60. А электроника 60 где делается? Так, иди сюда. Ага, кто бы знал, хотя стоп. Чтобы делать электронику, наверное, ее нужно вначале изучить. В технологичном верстаке. Ну окей, изучим электронику. Надо будет потом перевести, что это за ерунда такая. Так, электроника сколько? 60, что-то дохера звучит. Так, углеволокно, кстати говоря. Одна углепаста делается из кремниевой руды, органическая смола у нас имеется, эпоксидная смола там в каких-то количествах имеется. Так, 60 слитков алюминия надо. Насколько слиток алюминия делается? Ну, просто у нас кое-какие запасы есть, потому как я провел кучу времени. Так, один к одному, 60. Так, ты разделить ты. Сколько у нас там? Блин, платиновая руда. Давай мы ее достанем. Что ты будешь? О, алюминий будешь плавить, красавчик. Так,
платиновую руду куда мне положить, так чтобы она... А вот сюда и положим. Так, ты сюда. Пока что кусочек алюминия. Так, алюминиевые руды, наверное, сколько? Соточку сюда положим, да, пусть лежит. И соточка пускай еще наплавится, потому что, мне кажется, гадалки не ходи. Где-то там куда-то оно нам пригодится. Так, ты точно? Да, один к одному. Хорошо, это у нас сейчас наплавится. Так, нам нужна еще эпоксидная смола в количестве двух штук. Стоп. Две штуки, то есть 120 эпоксидной смолы. Обработанное золото. Ну, слушайте, обработанное золото у нас тут не 60, но есть. Но плюс еще кое-что имеется, да? Так, давайте тоже золотишко закинем. Пускай потом плавится. Так, дровишки есть. Так, скушать, скушать. Сюда. А, да. Вот что неудобно. Тут, так как мы начинали играть, ну, как только начали в игру, зашли в игру, и костюм здесь тоже вот нельзя никак поменять на другой. То есть не выйти, не зайти, то есть только начать заново, чтобы сюда прилететь с модным костюмом. Тупость. Мягко говоря. Так, сюда. А углеволокна сколько нам нужно? 8 углеволокна. 8 углеволокна. Нет, не сюда. Восемь. Так, сюда еще нужно будет алюминия. Сколько там? Так, кремниевая руда. У меня где-то кремниевая руда осталась. Или придется рубить? Да, нифига почти не осталось. На дворе что? На дворе темно. Ну-ка, давайте по-быстрому переспим. Кремний, по идее, да, вон там мы сейчас на этом без затеи нарубим, потому как он тут респаунится, да, то есть при каждом нам, нашем входе и выходе он тут появляется заново. Поэтому большой проблемы у нас тут вот с этим не будет. Вот это хорошо, то, что как бы ресурсы вот такие, они просто появляются рядом. При перезаходе, иначе бы постоянные базы превратились бы в проблему. Да. Вот до сих пор горит от того, что меня дважды выкинуло, дважды откатило на ноль в прохождении. Ну, не знаю, то есть вот серьезно. Это полбеды, повторюсь, я не на, скажем так, там, скорее всего, несложная миссия, ее можно перепройти. Вот. Так, ладно. Охраневшее животное, но это просто мы в костюме охотника, и нас плохо не видят. Мы такие все маскируемся по полной. Так, сейчас мы тут себе всяких потом еще кирок понаделаем. Кирок, кирок. Так, давай, отколупывайся. Я вот не помню, там эпоксидку можно еще из чего творить, помимо... Так, мы тебя тоже просто отколупаем, чтобы был. Потому что это у нас идет на... Ой, какую-то там смолу органическую или еще какую-то. Ну, короче говоря, желтого такого цвета. То есть тоже пригодится. Угу. Так, несемся сюда. Заносимся в нашу хибарку. Что у нас тут происходит? Деактивировать, чтобы просто так не горело. Тебя мы сожрем. Тебя сожрем. Пить, наверное, еще рано.
Так, нам сколько-то там слитков алюминия еще дополнительно нужно будет. Опять я забыл, что там нам сколько надо было. А, углеволокно, 8 штук. Так, углеволокно. Вот эта херобора нам нужна 8 штук. Лобысь, создать. Нам же хватит. Так, ладно, пускай пока гондобит. Что у нас тут имеется? Золотишко у нас тут плавится. Нам золотишко нужно 60, но у нас такое впечатление, что уже хватает. Так, сколько там еще? Золотая руда. Ладно, ты пока плавь. Как говорится, не жалко. Так, надо... Блин, тут что-то место у нас кончается. Так, наверное, надо куда-то стенки переложить всякие. Где у нас всякое лежит? Ну, к примеру, вот здесь у нас будет всякое лежать. Так, ладно, потом рассортируем. Давайте просто пока перекинем туда. А то местечко у нас тут как-то не густо. Так, так. Вроде бы все. Строительством мы потом займемся. Так, 8 углеволокна. Иди сюда. Волокно угля. Так, алюминия. Я сюда с запасом положил или не с запасом? По-моему, с запасом. Но это не точно. Так, ладно, ты пока там лежи. Так, эту штуку, видимо, сюда закинем, потому что, походу, оно тут нам пригодится. Так, ты тоже сюда иди. Нам что нужно? Эпоксидная смола максимум 3. Не густо. Так, максимум создать. А кости я, по-моему, если они и были, я их все переработал, да? Да. То есть у нас тут всякие шкурки-хренурки. Особо такого чего-то полезного прям нет. Давайте хлебнем. Кстати, фляга тоже очень удобная, потому как вмещает довольно много воды. И кислородный баллон. Вот, я не знаю, я на нем, наверное, часа 3-4-5, что ли, бегал. Ну, 4 часа, наверное, точно я на нем бегал. Хотя, может быть, и вру. Не точно, но, блин, по ощущениям, прям караул как долго. Так, ладно, караул как долго. Да, вот для этой херни нам нужно, нужен вот этот тот самый оксид. Так, эпоксидная смола, серый и древесный сок. Так, ну, у нас там кое-где, по-моему, еще лежит древесный сок. Из чего он делается? Из, по-моему, из веточек. А у нас тут где-то... Где-то был какой-то большой... Небольшой... Так, стоп. Запас веток. Нет, не здесь. Так, тут соточка. Тут уголек у нас. Тут у нас волокно. А тут у нас мясо тушится. А на вопрос, зачем тушится, чтобы было испорченное мясо. Испорченное мясо потом можно будет на всякие антибиотики делать. Но пока оно нам не сильно надо. Поэтому не будем сильно заморачиваться. Так, там древесный сок максимум. Создать. Так, сера, иди сюда. Сера, иди сюда. И бокситная смола максимум, блин, опять ни хрена немного. Но, так, ладно, сок мы сейчас тут где-нибудь раздобудем. К примеру, сколько? 92. Много это, мало? Так, тут у нас что? Тут у нас ничего. Так, эпоксидная смола максимум 17. А зачем я ее столько наделал? Не
помню точно, но точно зачем-то надо. Так, что у нас кончилось? Кончилась сера. А, сера у нас тут кое-что есть. Так. Сера, брысь. Эпоксидная смола. Максимум создать. Опять древесный слуг закончился. Ну да ладно. Сколько? 67. На какой-то... Куда-то сюда нам ее дохрена надо было. Так, 67 эпоксидной смолы. Стоп. У нас кое-что еще вот здесь имеется. Да, я помню, у меня где-то было. Потому что, повторюсь, я тут ерундой страдал от души. Так. Винты есть, это есть. Углеволокно там сейчас наплавится. Нам нужна электроника в количестве 60. Электроника. Медный слиток. 60 на 3 это 180 медных слитков. А вот с этим может быть проблема. Потому что меди я не очень много запасал. Так, repair, repair. Потому что меди, да. Потому я не знал, что она понадобится. И ее прям, блин. Прям как бы мало. Так, ладно, сейчас мы закинем сколько есть. Да, твою дивизию. Так, органическая смола сюда еще. Органической смолы тоже какой-то хренолеон нужен. Точно 60? Да, 60 микросхем этих. 120. 120 этого говна. А у меня этого говна только 45. Максимум. Так, ладно, с деревом у нас плюс-минус все окей. То есть дерево мы сюда накинем, это не вопрос. А, но, в принципе, у нас тут и оксид имеется. То есть с этим у нас тоже больших проблем стать не должно. То есть, по большому счету, вот это мы, наверное, сейчас как-то где-то сварганим. Да? О, сотка. Ну окей, пускай будет. Я думаю, эти нам самые... Органические смолы не последнее место, куда нужны. Ну, просто оксид это и дерево нарубить не проблема вообще, от слов совсем. Так. С этим вопрос мы, окей, решили. Угу, то есть кое-что уже можем сделать. Максимум 20 создать. У нас кончится медный слиток. Так, ну что ж, я сейчас по-быстрому метнусь, пойду порублю, видимо, медных слитков и вернусь, чтобы продолжить, да? Ну да, потому что 60 нужно еще. Стоп. А, углеволокно это я сейчас принесу. Не туда смотрю. 60 этой фигни, то есть нам нужно еще 40. 40 на 3 это 120 медных слитков. Так, медный слиток плавится у нас из двух. 40 это 80 руды надо. Все, я скоро сейчас нарублю медных слитков и вернусь. Я вернулся с заготовок. Тут у нас медная руда плавится помаленьку. Так, тут у нас что? Алюминий плавится, который был заныкан коварно. Не знаю, заберем алюминия, сколько там. Углеволокно заберем. Так, между прочим, игра в очередной раз решила выкинуться, самоуничтожиться. Но это правда пока что, даже несколько раз, пока я бегал, заготавливался. То есть что-то с игрой произошло. Я не знаю, что с ней пошло, случилось не так, но какая-то жопа. Так, ладно, давайте производить схемы. Так, что у нас кончится? Медный слиток. Но медный слиток у нас там еще сейчас производится, поэтому это зло не столь большой руки. Так, сколько у нас? 30. Ладно, пока там сколько-то производится, заберем пока немного, да, медных слитков. Ну-ка. А тут у нас что? Люминька плавится. Давай мы заберем люминьку.
Что у нас тут еще может плавиться? Пока ничего не может плавиться. Просто немножко распределим нагрузку. Так, ты иди сюда, ты иди сюда. Ты иди сюда. Так. Медная руда. Плавь. Хорошо, пусть пока плавится. Что нам нужно еще для полного счастья? Пока что больше ничего. Нам нужно для полного счастья кучу микросхем еще. Так, максимум 2. Создать. Нам еще нужно 19 их, а алюминия нам по-прежнему не хватает. Так, углеволокно пускай тут лежит. Что у нас тут? 7. Будем собирать по чуть-чуть. Так, 5. Несем сюда и занимаемся опять анонизмом. Так, максимум 4. Так, 4 это все равно мало. Тут у нас 2. Блин, хоть ставь еще какие-то дополнительные печи. Так, 48. Стой. Дай. Дай. То есть, возможно, кстати, это не столь дурная идея. Сделать дополнительные... Ой, стоп, сюда верни. Дополнительные печи, да? То есть, чтобы как-то быстрее выплавка шла. Потому что, с одной стороны, вроде бы как бы достаточно быстро. С другой стороны, когда нужны вот такие вот титанические количества... Титанические количества, по-моему, как-то херово звучит. Ну да ладно. Так, это сейчас будет 50 микросхем. Но нюанс в том, что нам их нужно 60. Нужно еще 11. Главное, чтобы нам слитков хватило. Но их, я думаю, должно хватить. Если не хватит, это будет печалька. Так. К двум, а тут то же самое же. Да, то же самое же. Давай, выпадай. Там-да-там. Если не хватит, придется еще раз бежать. Не хотелось бы, но придется. В чем был плюс, скажем так, вылетов? То, что когда вылетал первое, ну, у меня практически уже на тот момент был полный инвентарь всякого хабара, руды. И меня выкидывало, соответственно, вот здесь, на зоне высадки. То есть, добывал я вот тут где-то в пещере и вот здесь где-то в пещере. Ну, блин, не слишком большая экономия, как бы, да, в забеге, в расстоянии. Но так, плюс-минус. Это, скажем так, то, что вот можно как-то себя чем-то утешить, да. Так, тут у нас все, ты иди туда. Слитки мы забрали. Мою дивизию. Вот только бы хватило. Так, стоп. А сколько тут у меня? Вся медная руда вышла. Золотая, титановая. Да, вроде бы вся. Это капец, тут стали наплавило. Ну да ладно. Это не так плохо. Это можно сказать, что хорошо. Такое странное впечатление, что сейчас какой-то грамули не хватит. Так, 4 создать. Нет, вроде как даже впритык практически хватит, да? Нам нужно еще 2 схемы. 2 схемы. На 2 схемы нам нужно 6 слитков. Так, ну, такое впечатление, что хватает. Впритык, но хватает. Так, иди сюда. Ты там доплавляй. Давай, подождем, когда он доплывет. Все, заправили. Деактивировать. Микросхема. Создать. Все, шикардос. Фабрикатор. Улик или, интересно, еще чего-то. Ну да ладно. Так, фабрикатор, фабрикатор. Так, немножко у нас тут железной руды. Так, фабрикатор. Ну-ка, 0. Хера себе. Сказал я себе.
Такое впечатление, что ему тут стоять. Потому что я хрен знает, куда еще пристроить такую балалайку. А, это зеркало какое-то. Думаю, что за хрень. Так. Это с чем столкновение-то? Так, так, так. Ну, к примеру... Не знаю. Фига себе станок. Так, ладно. Чего умеешь, рассказывай. Так, ты умеешь тут всякие составные луки делать? Это огонь. Кстати, надо сейчас попробовать проверить, что за диавай такой. Так. Стальной слиток, эпоксидная смола. Винтики, шурупчики. В принципе, все не слишком дорогое. Так, углеволокно на все нужно. Титановый нож. Это кто? Боевой нож. 63,70. 58,65. Блин. Ладно. Так, нам что нужно для полного счастья? Ну, титановый нож, блин, он нам не сильно надо. Нам нужна по-хорошему кирка. Ну, лук надо протестировать, да, как минимум. Так, 40 алюминия. Сюда сколько? 8 волокна, да? Композитный материал. А из чего делается композитный материал? Вопрос, блин, открытый. Так. Захавать. Биотопливный генератор. Слиток титана. Так, кстати, надо всякое... То, что я наохотил тоже. Так, титановая руда. Иди сюда. Так, железку мы сюда выкинем. Закинем сюда титановую, где она, мать ее, руду. Композитный материал. Так, это слиток стали, платиновый слиток. Слиток титана, алюминия. Так, ну углеволокно, это понятно. Где мы будем делать композитные материалы, не совсем понял. Так, это херобор вот из этой и этой. Эпоксидная смола. Так вот тебя сложим, тебя вот сюда заберем. Эпоксидную смолу заберем. Так, шурупов сотку заберем. Так. Хотя зачем я отсюда забираю слиток стали? Когда мы можем это забрать отсюда. Так. Там нам 25. Ну, я думаю, нам столько надо, не надо. Давайте 20 сделаем. Так, создать. Ты пока создавай. Композитный материал. Где делается композитный материал? Так, композитный лук. Но это уже как бы продукты финальной обработки. И железный ящик вряд ли. А что за херня? А, ловушка для рыб. Ладно, это отдельная песня. Так, берстак для готовки. Ну, мы с ним еще подумаем его сделать. Его, я думаю, тоже надо по-хорошему сделать. Осушитель. Вещь интересная. Фермер биотопливо плюс-минус. Так, композитный материал. Стой. Ну, наверное, это где-то тут делается, нет? Так, электроника. Фабрикатора я собрал. Верстак обработки стекла, наверное, нет. Ну, может, в самом фабрикаторе СТП. Так, биотопливный генератор, какое-то говно. Так, снаряжение сожрать. Кстати, надо забрать лишнее.
Так, здесь что? Тут стекло, стеклянные полуэлементы. Нет. Да ёшкин кот. Где мне делать композитные материалы? Так, тут у нас... На что нам хватает? Углеволокно сейчас сделается. И мы сможем себе, к примеру, титановый нож сделать. Слиток титана надо взять. Так. Слиток титана. У нас тут платиновый слиток. Слиток титана у нас имеется в целом. Так, слиток титана. Так, титановая руда. Давай пока не жарься. Мы сейчас сюда закинем... Где эта херня? Да, вот это вот. Углеволокно замутим. Так, у нас руды. Другой тут, по-моему, пока нет, да? Так, слиток алюминия еще кусочек возьмем. Так, чего расскажешь? А, углеволокна не хватает, да? Ладно, биотопливный генератор мы пока тоже повременим. Слиток титана, топор мы сейчас вполне себе соорудим. Кирку вполне себе соорудим. Короче, вот это мы все сейчас сделаем без затей. Надо столько титана еще, наверное, взять. Дополнительный у нас будет... Ну да, у нас тут титана нормально так это скопилось. Так, давай. 7. Там что-то у нас за 8 было. Углеволокна. Сейчас мы будем такие модные все. Кстати... А, стопэ. Надо еще от жажды не умереть. А, это 35 уровень. Жаль. А я хотел бы композитную эту броню. Ну, 35 уровень, в принципе, не сильно за горами на самом деле. То есть пару раз сходить на задание, пару раз вылететь, прокачать там все заново и делов-то на копейку. Так, ну, блин, мачете я... Ладно, мачете или боевой нож мы сделаем чуть позже, посмотрим просто, что такое. Так, 58, 65, а это 63, 70. Ну, мачете, в принципе, такой увесистый, да? Хотя вот этот вполне себе тоже. Так, ладно. Что мы сделаем? Да все хочу. Так, давайте вначале. Да по очереди, давайте. Титановый нож, да? Создать. Титановый топор. Создать. Так, титановая кирка. Эпоксидной смолы не хватает, да? Что у нас где-то тут еще осталось? Эпоксидная смола. Не тут я ищу. Наверное, здесь, может, где-то есть, да? Нет, нету. Печалька. Ну, мы ее сейчас, наверное, из чего-нибудь сварганим. Эпоксидная смола. Ну, а вот из сока, к примеру, максимум 6 создать. Так, эпоксидная смола, иди сюда. А, стальной порошок мы пока тереть не будем. Так, древесный сок. Древесный сок. У нас тут, наверное, кое-что имеется, да? Так, эпоксидная смола. Еще, так, максимум сколько? 25, ну, еще десяточку. Создать. Угу, кое-что имеем, кое-что имеем. Так, нож, топор. На кирку, а... Углеволокно, да. 12. Да, опять не туда залез. Так. Титановая кирка. Создать. Готово. Ну, мачете мы потом сделаем. Хотя... Стоп. Мачете, оно из говна и палок делается. Так, деревяшка и 12 железных слитков. Так, о, как раз 12, как знал. Так, слиток стали, стоп, что-то у меня тут слишком всего до хера. Так. Веревки максимум. Не знаю, сколько, зачем мне столько веревок.
Ну, пусть будет. Так. Чего там еще надо для мачете? А, деревяшки чуть-чуть. Да блин, у меня тут прям что-то прям. Так, древесный сок, наверное, просто надо выкинуть отсюда. Вот сюда. И медные слитки. Куда положить? Сюда. Так, кусок. Нет. Кусок дерева. Так, мы его сюда просто выложим, кусок дерева, кстати говоря. Сюда сталь, углеволокно, это закинем, слиток титана закинем. Так, мачете создать. Хорошо. А как нам его поменять так? А, ну в смысле как? Вот сюда мы поставим нож титановый. Титановую кирку вместо стальной кирки. Титановый топор вместо железного топора. Мачете. Не знаю, пока что вместо копья. Так, 4. Ну. Ну, скорость атаки не особо, даже, по-моему, медленнее, чем у копья. Выглядит. Да хер знает, не особо. Так, 6. Нет, я сказал 6. Нож. Вы тоже видите эту всратую анимацию руки? Да. Икарус, однако ж. Ну, допустим, ладно. Так, что у нас тут еще есть? Ах, да. Кирка. Кирак, херак. Ну, предположим, топорик. Ну, хотя бы... Нет, тоже видеть, да, всратую анимацию руки. Ну-ка, на мачете. На мачете вроде бы нет. Печаль. Так, ладно. Я хочу себе композитный лук. То есть мне нужно где-то собрать композитный материал. Так, тут мы его собрать не можем. А где мы можем собрать себе композитные материалы? Вопрос, кстати, вот до сих пор кислородный баллон не закончился. Просто забей, расходуются. Так, топливный генератор, электрическая печь, лабораторная электроиндуктивная печь. В ней можно плавить и основные, и сложные материалы. Так, слиток стали, бетон, какая-то херня непонятная. Хрен разбери, что это. Так, переработчик материала для быстрого создания сложных ингредиентов и ресурсов. Так, верстак алхимика. Примитивная, но рабочая лаборатория. Это вообще хер пойми что. Да блин, где делается композитный материал? Хоть гугли иди. Так, обработка стекла. Что мы тут еще не открыли, что могло бы нам в этом помочь? Но это вряд ли. Так, это граната. Так, ну это всякая хавка. Все это не то. Канистра биотоплива, биотоплива. Ловушка для рыбы, я думаю, как бы возможно, но вряд ли. Это какое-то освещение, типа. Это термос. Это бурно биотопливе. Не, ну композит. Где-то здесь, наверное, вряд ли во втором ранге. Трофеи. Кулинарная станция. Ну, наверное, нам не надо уже. Может, и надо. Не знаю. Печка-буржуйка.
классно, но не очень. Так, ядовитая паста. Так, ладно. Давайте затестируем как бы новую кирку и новый топор, коль уж у нас как бы не сложилось пока что с композитным материалом. Ну-ка. Ну, прям по пол жилы просто отхватывает. Ну, я скажу так. Этот товарищ того стоил. А сколько у тебя прочность? Фиг пойми. 119, что? 1% прочности ты потерял за одну эту? Серьезно? То есть тебя как бы тут ничего не смущало, да? Так, ладно. Давайте затестируем, стой. Титановый нож. Лобысь. Ну, повторюсь, стратая анимация руки. Ну, не знаю, насколько оно лучше, хуже. Не понять. Так, это сожрать, это сожрать, это выпить. Тебя тоже ничего не смущает? А если я присяду еще? Вообще пофиг. Смотри, что есть. Ну-ка, а если мы мачете его свяжуем? Ну, как бы там понятно, ни хера там нам не дадут. Нет, что-то дали даже. Хлобысь, хлобысь, хлобысь. Ладно, давайте топор. Недурственно. С удара-то. Ну, само дерево, я бы не... Хотя, вроде как с удара. Ну-ка. Одним отрубил, вторым разрубил. Ну, плюс-минус, ладно, окей. Так, ну, скажем так. Вот это вот... Да, где оно? Титановая вся эта приблуда плюс-минус неплоха. Да, то есть именно плюс-минус. Хорошо, предположим. А что у нас еще осталось? Все, по-моему, да, из титанового мы сейчас протестировали. Ну, мачете я даже не знаю, нахрена оно надо. Так. Дерево сюда закинем. Это тоже. Не знаю зачем, пускай лежит. Так, хавка. Хавка пускай жарится. Захавать. Положить. Сюда активировать. Все же вопрос открытый. Где делается композитные материалы? Здесь нет. Ну, в ступке будет тупо, если она будет делаться, да? Так, эпоксидка... Всякая ерунда. Ну, тут варианты какие? Либо нам сейчас скачать, создавать вот это все. А на чем оно работает, интересно? Электрическая печь. Лабораторная, так, печь. В ней можно готовить основные сложные материалы. Так, панель. Так, дает электричество. Прокладка проводов. Наверное, надо. Может и нет. Так, ладно. Ну нет, электрическое нужно будет электричество. То есть откуда-то брать. Генератор у нас есть, да? Ай, портативный маяк. Ну, кстати, полезная вещь, потом поставим. Вот это что это? Электрик-компостер. Что, блин, он делает? Advanced Biofuel... А, что-то... Понятно, то есть биотопливо. Продвинутая биотопливная станция.
Так, ты кто такой? Электрик, масонри, бенч, так, powered branch, heavy stone work and caving. Что это? Не знаю такого слова. Возможно, это что-то типа продвинутая бетономешалка. Так, ты кто такой? Так, electric, captain, tech, pounded, works, machine, tools for advanced work. А, это какая-то лесопилка. В смысле, пила. Которая что-то пилит, видимо. Так, это, в общем, бетономешалки какая-то хреношалки. То есть, холодильник, допустим. Кстати говоря, вот холодильник, это вещь вообще интересная. Это что такое? Это кондиционер. Так, ладно, нам вот по-любому, видимо, вот это надо. Нам... Наверняка нужны будут провода. Гадалки не ходим. Ну, я думаю, что вот это все нам тоже нужно. Композитная паста. Высококачественная железо. Вот что-то мне подсказывает, что композитный материал производится из этой хероборы. Взять. Верстак алхимика. Холодильник вообще гадалки не ходи, пригодится. Так, и у нас там 8 осталось скиллов талантов. Ну, я не знаю, видимо, мы вот это вот все возьмем. И я так полагаю, что... Ну, не знаю, давайте посмотрим просто, что мы сможем с наскоку сотворить. И, видимо, это все будем располагать где-то наверху, потому что тут у нас место, ну, плюс-минус. Ну, не знаю, ну, вот здесь где-то еще что-то поставить можно. Можно еще вот эти вот... Ящики убрать нахрен. Кстати говоря, ящики убрать нахрен. Так, ладно, с этими ящиками мы разберемся чуть позже. Чего тут у нас есть? Электрическая печь. Ну, какой-нибудь, блин, поразвернутый. 60 электроники, ёб твою. 60 электроники. Холодильник, 20 электроники. Немного, но до хера. Верстак химика. 8 электроники, мы один хрен не сделаем, медных слитков ни хрена нет. Так, тут что? Тоже электроника везде нужна. Сюда нужна тоже электроника. 30 электроники. Короче говоря, нужны тонны электроники. Композитный материал я пока не понял, где делать. Но его явно где-то делать можно. Портативный радиомаяк. Ну, я не буду изучать. Меня вот ружье манит. Потому что собирается, в принципе, из говна и палок. Ну, титан, да. Титан как бы да, но это зло не столь большой руки. Так. Что у нас здесь еще? Фонарик, конечно же, очень вкусный. Так. Ну, просто вот если это все делать на прохождении... И вот если вот просто, ну, тут хренотонные электро всяких этих инструментов, микросхем этих нужно создать просто хренотонные. И вот как бы если на прохождении игра крашенится, вот, к примеру, на этапе развития, когда вот это все делается, ну, я хрен знает. Это можно просто как бы выйти в окно и как бы вообще никто не осудит. Потому что, ну, серьезно. Ладно, что я вам скажу. Я думаю, что всем этим мы будем заниматься попозже, когда я накоплю ресурсов, потому что ресурсов нужна какая-то прорва. Просто прорва. И тогда, наверное, как-то это все дело продолжим, да? Ну, плюс я тут немножечко реорганизую, думаю, вот эти вот сундучки и всякое другое, да? Чтобы как-то можно было тут еще что-то разместить.
Ну, как-то так. Ну что ж, дорогие друзья, на этом моменте я вам скажу до свидания, до скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.